Добрый вечер. В Украине 20.00. В эфире подробности. О главных новостях расскажут мои коллеги в студии Наталья Белышева. Тарифный кубизм. Кто нарисовал в платежках украинцев завышенные расценки? Переучет в счетной палате. Не переедет ли ее глава из роскошного кабинета в камеру СИЗО? Тройственный отжим. Кто наладил в Днепре рейдерскую схему для изъятия квартир? Сегодня по 5 евро. Европа предлагает новые цены и условия для разрешения въезда в ЕС. Президент подписал закон, предусматривающий выплаты обманутым вкладчикам. В частности, речь идет о вкладчиках банка «Михайловский». Сделал это Петр Порошенко в присутствии пострадавших. Напомню, на днях глава государства подал в парламент законопроект о защите обманутых вкладчиков как неотложный, и вчера депутаты приняли его в целом. Общая сумма выплат составляет 1,2 миллиарда гривен. Через 20 дней фонд гарантирования вкладов начнет выплаты этих денег. Був розроблений законодавчий механізм, який з одного боку дає зелене світло на компенсацію цих грошей через фонд гарантування вкладів фізичних осіб, а з іншого боку включити червоне світло шахраям. Більше того, навіть посилити відповідальність не лише власникам банків і менеджменту банків, який долучився до організації злочинної схеми, а також фінансових інституцій, які брали участь в цих схемах. Ми задоволені тим, що президент знаходить в такий тяжкий для країни час вирішення питання вкладників. Ми маємо надію, що все вирішиться, аферисти, банкіри понесуть покарання, а люди отримують свої тяжко зароблені кошти. Украина уверенно лидирует в рейтинге по уровню коррупции. Нашу страну признали одной из самых коррумпированных в Европе. Таковы данные исследования организации Transparency International. В список также попали Молдова, Босния и Герцеговина, Литва, Россия и Сербия. В этих странах отмечают высокий уровень коррупции среди депутатов. Более того, Украину назвали самой неактивной в борьбе со взяточничеством. ГПУ сегодня замеряла уровень коррупции в счетной палате. Ее руководителю Роману Магуте предъявлено подозрение в злоупотреблении служебным положением. Подозревают его в сговоре с подчиненной и квартирных махинациях. Они в курсе, как стать хозяином новенькой квартиры в центре Киева за счет государства. Схемы счетоводов изучила Ирина Баглай. Зараз я підписую Магуті, приватизувала член рахункової палати Шулешко. Изучив доказательную базу следователей НАБУ, генпрокурор подписал подозрение главе счетной палаты в злоупотреблении служебным положением. Теперь Роману Магуте, если его вина будет доказана, грозит от 3 до 6 лет тюрьмы. И все это за подпись под разрешением приватизировать служебное жилье одному из членов счетной палаты. Мария Шулешко, в свое время, будучи нардепом, уже получила квартиру и приватизировала служебное жилье. А став сотрудником палаты, снова подала заявку на служебные квадратные метры. Постанова Кабміну ще УРСР дозволяє надавати особливо цінним працівникам для того, щоб вони жили ближче до роботи, навіть незважаючи на те, що в них вже є приватизоване житло в місті Києві. Таким правом користується голова Рахункової палати, і тут нема жодних порушень. Дальше по схеме, получив подпись главы счетной палаты, нуждающейся в жилье поближе к работе, Шулешко получает деньги из Кабмина и в 2013 году приобретает двушку в новострое в центре Киева по цене чуть больше 1 миллиона гривен. Действительно, неподалеку от работы в 2 километрах. А дальше уже незатейливая схема мошенников. Нашли вони шлях, що приватизовує племінник, який по ініціалах і по прізвищу такий самий. Тобто, коли документ на приватизацію видається на Шулешко М, Шулешко М. Уже после благодарный племянник презентует эту квартиру своей тете. Известно, что в ней никто из собственников не появлялся все это время и даже не начинал ремонт. Сама же Мария Шулешко проживает на госдаче, как бывший нардеп, оплачивая в год около 50 тысяч гривен аренды. Первым подозрение получил ее начальник сегодня днем на рабочем месте. Мы вбачаємо тут незаконні дії голови Рахункової палати, які без перевірки
за відсутності підстав дозволив приватизувати службове житло. Подозрение владельца незаконно приобретенного служебного жилья в ГПУ пообещали предъявить завтра. Арест по этой статье не предусмотрен, а вот Романа Магуту, считают в НАБУ, нужно взять под стражу. Велик риск, что он сбежит на оккупированную территорию в Донецк. В свое время Магута работал в донецком филиале Приватбанка. А Мария Шулешко, кандидат экономических наук, входила в состав профильного бюджетного комитета, а в счетной палате на должности главного контролера. Имеет госнаграды, орден княгини Ольги, а в этом году получила орден за заслуги третьей степени. Увидеться с фигурантами дела о махинациях нам не удалось. А когда он сможет встретиться с журналистами? А мы можем почитать в приймальні, чтобы нас пропустили, дозвіл отримати? Саме приміщення я такі дозволі не надаю. Такі дозволи, заздалегідь. Дозвіл той, до кого ви йдете. Голова зараз зайнятий. По словам секретаря Магута, еще вечером проводил совещание. А вот рабочий телефон Шулешко и пресс-службы с обеда не отвечал. Ирина Баглай, Валентин Белич. Подробности. Телеканал Интер. 32 квартиры. Судья, адвокат, бизнесмен. Это схема, благодаря которой у жителей Днепра отжимали законное жилье. Смогут ли владельцы вернуть свои квадратные метры? И где сейчас сами рейдеры? Далее в материале Елены Миндалюк. Сергей просит не показывать его лицо. Он стал жертвой мошенников и уже больше года пытается вернуть свою квартиру. Неизвестные люди предъявили какие-то документы, взломали замки, поставили свои замки. Руководил этим всем некто Назаров, Дмитрий Юрьевич, известная личность. И с ним силовая поддержка около 8 человек, бойцов. Сергей начал разбираться и выяснил, есть решение суда отобрать у него квартиру. Причина – долг матери в 1 800 000 гривен. Якобы в 2011-м эту сумму она одолжила у грузчика, который проживает в Киеве. Но ни грузчика добрая деятеля, ни денег никто в глаза не видел. Аферу, по словам Сергея, провернули судья Бабушкинского райсуда Виталий Цыганков, адвокат и предприниматель. Когда мы ознакомились с документами, то есть вот эта группа Цыганков, Назаров, Медведева, они даже не напрягались. Там четыре моих подписи стоят, которые не имеют никакого даже малейшего совпадения с моей реальной подписью. Сергей один из 32 пострадавших, говорят в областной прокуратуре. Во всех случаях мошенники действовали по одной и той же схеме. Вешали на человека несуществующий долг, который он должен был вернуть квартирой по решению суда. Далее регистрировали право собственности на своих людей и забирали недвижимость. Общая сумма всех незаконных сделок составила 77 миллионов гривен. Вдалося провести результативні обшуки за місцем проживання, в офісах, в автомобілях підозрюваних. Вилучено велику кількість документів, які підтверджують їх причетність до вказаних подій. Адвоката і предпринимателя задержали во время очередной сделки. Сейчас они в СИЗО. Помощница судьи в розыске, а сам служитель Фемиды пока на свободе. Его даже не отстранили от работы. Правда, в суде Виталий Цыганков не появляется. Цыганкова немає, помічники нікого. А в нього закінчились повноваження. Це, що я знаю. Мне кажется, он уже где-то на чемоданах в ожидании того, что если все-таки какие-то последствия последуют, он, наверное, скорее всего, уедет. Привлекут ли судью к уголовной ответственности? Вопрос. А пострадавшим придется пройти не один круг ада, точнее, не одно судебное решение, чтобы доказать право собственности на свою недвижимость. Сергей, к примеру, судится уже год. Пока безуспешно. Елена Миндалюк, Евгений Коденцов. Подробности телеканал Интер. Днепр. А вот судья Харьковского хозсуда Ирина Попович забыла указать в декларации свой дом. Вот он, площадь 623 квадрата, находится в рекреационной зоне неподалеку от Харькова. Интересно, что в прошлом году Попович вносила его в декларацию, а вот в этом, видимо, запамятовала. Напомнили о существовании недвижимости автомайдановцы. Они сняли владение судьи с помощью дрона. Ирина Попович живет там вместе с мужем и тремя детьми. Кстати, супруг судьи – бывший прокурор Харькова. И именно он владеет правом собственности на этот дом. Активисты считают, что такая забывчивость судьи – это нарушение закона о предотвращении коррупции. Доводов самой Попович нам услышать не удалось, поскольку в суде сказали, что она в декретном отпуске. Ці факти ми будемо передавати, уже готуємо звернення і до НАЗК, і до НАБУ. Щоб подивитися електронну декларацію, то там є велика кількість землі, яку вони як орендують, так і мають у власність. Є квартира майже на 300 квадратних метрів в Харкові, є 5 елітних автомобілів.
І це все, по суті, у людей, які все життя побули, принаймні, він побув все життя на держпосадах, він є прокурор, вона є суддя, тобто заробітна плата в них є доволі скромна. Провалами в памяти страдает и Арсен Аваков. Он забыл о детском лагере. Глава МВД не указал в своей декларации организацию «Лесная поляна». В едином реестре юрлиц ее конечным бенефициаром является жена министра Инна Авакова. А в декларации необходимо указывать и собственность членов семьи в том числе. В сентябре прошлого года компания супруги министра оформила на себя детский лагерь «Лесная тропинка», состоящий из комплекса зданий площадью более 4000 квадратных метров и 18 гектаров земли. Эту информацию неоднократно публиковали и обсуждали в СМИ. К тому же эти сведения есть также в открытом доступе. А почему министр решил не вносить эти факты в декларацию, остается вопросом. Пока чиновники прячут имущество, украинцы собираются на тарифные протесты. Жители почти всех регионов уже получили невеселые платежки с новыми цифрами за горячую воду и отопление. И большинству пришлось отнести за коммуналку ту часть семейного бюджета, которую они планировали потратить на одежду или, например, на еду. В том, что тарифы справедливые и обоснованные, сомневаются многие. Итак, какие суммы нарисованы в платежках украинцев в материале наших корреспондентов? У окошек приема коммунальных платежей в Харькове выстроилась очередь. Эта женщина показывает свою платежку. 830 гривен, 64. Шокирует, ну что делать, платим. За отопление одного квадратного метра харьковчане заплатят теперь 32 гривни 14 копеек. За полный месяц только отопление в трехкомнатной квартире потянет более чем на 2000 гривен. Это главная тема, которую обсуждают у всех подъездов. Пенсионерка Мария Алексеевна и Людмила Владимировна разработали свою тактику смягчения тарифного удара. Уже с лета платят за тепло больше положенного. Нас уже напугали, так думаем, хоть и надо летом раз отопление это платить, хоть понемножку, чтобы меньше было. Да, я платила, по 100, вот это не было тепла, я по 100 гривен платила. Пенсионерки говорят, боятся накапливать долги и относят за коммуналку последние копейки. И все возмущаются, конечно. Ну что, первый день, вот как объявили, так все охают и ахают, и жить не за что. Спешишь заплатить за квартиру, да, а сама лапу сосешь. Во дворе соседнего дома обсуждают тарифы на горячую воду. 70 гривен за кубометр, и пенсионеры горячий кран стараются не открывать. Они греют воду холодную на газу, для того, чтобы помыть посуду. Чтобы сэкономить. Это просто, когда, вот честно, до слез заходит. Покупаться. Литра, конечно. То есть последняя надежда на субсидии. После получения платежек людей, спешащих в отделение соцзащиты, стало значительно больше. Год уже подал и нету. Почему не дают? Откуда я знаю? Полюбил понедельник, я знала. В Днепре на высокие тарифы жалуются даже жители домов, обслуживаемых ОСМД. Юлия несколько дней назад получила коммунальные платежки. Новостройку отапливает собственная котельная. Но даже это не панацея от кругленьких сумм. Тариф на горячую воду 215 гривен за куб, а отопление 36 гривен за квадрат. Женщина уже подсчитала, за этот отопительный сезон заплатит за коммуналку намного больше, чем в прошлом году. Затраты в этом году на коммунальные услуги, ну, в частности горячая вода и отопление, возросли в 3 раза. Соответственно, и затратная часть бюджета увеличилась. Ну и, конечно, в этом году нам придется, наверное, немножечко пересматривать наши приоритеты. Львовян тоже шокировали цифры в платежках. За 2 недели тепла Александре пришлось выложить кругленькую сумму в почти 1000 гривен. И это еще со скидкой в 25%, как семье военнослужащих. Це не те, що нам більше нарахували, ніж комусь іншому. У всіх нереальні просто рахунки. А на що жити? А треба ще дітей вдягати. Самими жадними оказались комунальщики прифронтового Краматорська. Там предложили жителям оплатить отопление в октябре по двойному тарифу. Виставили счета по 65 гривен за квадратний метр. Об'яснили це так, мол, ці 2 недели октября були аномально холодними. Горожане відмовляються платити таку ціну і недоумівають. А скільки ж їм насчитають в морози? В шокі, але ми вже ожидали, это ж все там предупредили. Пока даже не знаем, что делать с ним. Можете платить? Пока у меня не получится платить. А вот жителям Крапивницкого за тепло в октябре насчитали всего по 200-300 гривен. Фокус в том, что из-за аварий на теплотрассах отопительный сезон в городе стартовал лишь в последние дни месяца. Сколько придется заплатить за ноябрь, пока не ясно. Отталкиваться коммунальщики будут от тарифа 38 гривен 95 копеек за метр. А там, как погода покажет. Причем, даже заплатив по самому высокому тарифу, потребители могут не рассчитывать на повышение качества услуг. Светлана Шикера, Елена Брынза, Елена Миндалюк. Подробности, телеканал Интер.
коммуналку пересчитают, но только для киевлян. Об этом заявили на заседании правительства. А МВД премьер поручил проверить, действительно ли заоблачные платежки были просто ошибкой Киевэнерго, и пригрозил всем поставщикам коммунальных услуг штрафами и даже уголовной ответственностью. Це начебто помилка, але якась вона дуже дивна, ця помилка. Коли дехто намагається розхитати ситуацію і нагнати істерію, з'являються платіжки з подвоєними, потрійними цифрами, нереальними, абсолютно завищеними. Ми будемо дуже жорстко карати штрафними санкціями за ці речі. Я думаю, що тут може і бути питання кримінальної відповідальності. Не були враховані сезонний, скажімо так, фактор і те, що температура не була нижче норми. Це є великим порушенням. Я сподіваюся, що після відповідної реакції уряду все-таки відповідні підприємства, які виставили такі платіжки, зроблять відповідні перерахунки. В самом Киевэнерго сначала допустили, что могли ошибиться, но затем это опровергли. Мол, в октябре температура на улице была ниже, чем заложено в тариф, поэтому тем, у кого в доме нет счетчика тепла, накинули сверху. Но пообещали пересчитать оплату для всех остальных. Владимира Емельянова отставку. С таким требованием работники Николаевского морского порта пришли к Министерству инфраструктуры. Помимо отставки министра, пикетчики требовали прекратить массовые сокращения работников и в то же время уволить так называемых смотрящих за портом, то есть людей, которые курируют его работу. На митинг демонстранты пришли с огромным якорем, обвешанным деньгами, касками и плакатами. Емельян пообещал портовикам во всем разобраться. Нам красиво много обещали 7 ноября, что разберутся, дайте мне только факты, у нас продолжается коррупция. Сьогодні підписаний наказ про розширення перевірки на АМПУ Миколаївського порту. За підсумком роботи комісії протягом тижня часу будуть прийняті відповідні кадрові рішення, відповідно буде встановлено справедливість порту. Так влаштовано. Нардепы сегодня в отчаянии решили внести свою лепту, чтобы помочь Украине получить безвизовый режим. На этот раз давили на жалость Евросоюза. Почему некоторым такое обращение показалось унизительным и что еще требует в ближайшее время внести в повестку дня, расскажет Ольга Рыцарь. Площадь перед парламентом сегодня пустует. Вкладчиков банка «Михайловский», которые здесь практически жили, уже нет. Их проблему депутаты вчера решили. Поспособствовали быстрому решению акции протеста. Стало очевидно, що тільки під тиском, причому сильним тиском, людей, при об'єднанні людей, при тому, що вони всі висловили свою волю, влада здається і вона діє. Сьогодні задачі більш глобальні. В опозиції думають, як допомогти всім вкладчикам обанкротившихся банків. Людей, які так і не змогли повернути свої гроші, уже 4 мільйона. Тільки фізліця потеряли більше 130 мільярдів, ще около 300 мільярдів потеряли юридичні ліса, підприємства, більше 200 мільярдів рефінансування, яке видав Нацбанк України, попросту розворовано. Ми требуємо розглянути розроблений нами пакет законопроєктів, який дозволить в комплексі вирішити питання обманутих вкладчиків більше, ніж для 80 обанкрочених банків. Тільки коли люди організовано виходять на вулиці, аграрії, вчителі, лікарі, вкладники, тільки після цього парламент починає ухвалювати рішення. Я думаю, що ця практика є найгіршою практикою того, що відбувається в більшості і в парламенті. А в парламенте по средам своя практика – резолюции и обращения. Сегодня просили Евросоюз предоставить Украине безвизовый режим уже в этом году. Нас никто не попереджав про те, что будут какие-то додаткові вимоги після того, як Україна виконає всі свої 144 пункти. Ми, будучи відповідальними партнерами, повинні нагадати і нашим колегам з Європейського Союзу, що і вони повинні бути відповідальними і надійними партнерами. Этот документ специально подготовили накануне пленарной недели в Европарламенте. Хотя в его эффективность большинство нардепов мало верят. Если украинская держава не может покарать або расследовать тех, кто в своих электронных деклараціях, будучи все життя державным чиновником и службовцем, в своих матрасах наховал по миллионам долларов, тогда никакие заяви нам не помогут. Нагадує ситуацію, коли нас запросили
до великої європейської будівлі, тільки кажуть, ви коли будете заходити, будь ласка, витріть ноги. Ну ми, вибачте, вже ноги раз витерли, другий раз витерли, вже навіть перевзулися, тапочки поміняли, а стоїмо все рівно перед закритими дверима. Подивіться, що ви написали, там соплі і воплі. Голосували по сокращеній процедурі і в цілому, несмотря на критику, 261 за. Сьогоднішній крик душі, він просто, на мой взгляд, позорит нашу страну. Опять мы как бы начинаем чего-то просить, чего-то о чем-то умолять. Мы считаем, что должна быть ответственность власти и должны отвечать высшие представители за то, что провалились все внешнеполитические инициативы. Абсолютно пустое заявление, абсолютно беспредметное, не несущее ничего хорошего для страны, поскольку в очередной раз показывающее унижение нашей державы. Я заменил бы слово «прошу» на слово «требую», потому что все-таки в Европе также любят, когда отношения взаимны, когда выполнение обязательств взаимными сторонами идут по очереди. И здесь мы выполнили свои обязательства. Европа должна выполнить свои. На сегодня свою миссию нардепы выполнили, а завтра в ожидании очередных митингов возле Рады придется снова заняться бюджетными вопросами. Ольга Рыцарь, Ирина Романова, Владимир Самченко, Вадим Свиридонов. Подробности телеканал Интер. Украина надеется получить безвизовый режим с Евросоюзом до конца года. Об этом заявил глава МИДа Павел Климкин. Произойдет это, по его словам, когда в Европе завершатся дискуссии по спорным вопросам. Ми маємо запевнення від президента Європарламента пана Шульца, що як тільки буде згода по механізму реагування на міграційні ризики, це питання буде проголосовано досить швидко. Онлайн-анкета за и 5 евро за 5 лет свершилась. Брюссель определился с тем, как будет выглядеть безвизовый въезд в Шенген. Правда, пока ни слова о том, когда этот момент наступит для нас с вами. Все подробности узнаем от Софии Гордиенко. Новшество представляли журналистам вице-президент Еврокомиссии Франс Тиммерманс и комиссар по вопросам миграции Димитрис Аврамопулос. Признались, работа была нелегкой, а главное, поджимали сроки, ведь система электронной регистрации для въезда – это один из шагов по охране границ. Мы представляем сегодня огромную работу, проделанную в рекордный двухмесячный срок. В качестве примера использовали систему Соединенных Штатов. Там уже давно анкеты в электронном виде. И чтобы въехать в страны Шенгена после регистрации, надо будет заплатить онлайн 5 евро. Этого достаточно, чтобы в течение 5 лет пересекать границы Евросоюза. Но, разумеется, без права работы. Регистрироваться таким образом будут и американцы, и канадцы, и австралийцы, а из наших ближайших соседей – молдаване. В общем, все, у кого с ЕС уже есть безвизовый режим. Это автоматическая система объединенных данных. Она очень быстро проверит каждого, кто подает заявку, имеет ли он отношение к терроризму или криминалитету. Правда, случится это не завтра. Систему планируют запустить в течение 3 лет. Технически это безумно сложно, и, конечно, нам нужно разрешение парламента и Европейского совета. Мы попытаемся сделать все как можно скорее, но чтобы создать систему такого масштаба, необходимо время. Конечно, необходимы и деньги, ведь чем меньше стран с безвизовым режимом, тем меньше заработок у посольств и консульств. Вот эти 5 евро и пойдут как раз на создание системы ETIAS, разработка которой обойдется в больше, чем 200 миллионов евро, и на поддержание штанов дипломатов. Ну а что касается того, когда украинцы смогут воспользоваться самой системой, новостей пока нет. София Горденко, Василий Трушковский. Подробности телеканал Интер, Брюссель, Бельгия. Регламентный комитет Верховной Рады сегодня рассматривал вопрос о снятии депутатской неприкосновенности с нардепа-оппозиционера Вадима Новинского. Запрос подала ГПУ. Напомню, Новинского обвиняют в давлении на покойного митрополита Владимира в интересах экс-президента Януковича и причастности к похищению митрополита Александра Дробинка. Чем закончилось заседание комитета, в нашем материале. В коридоре регламентного комитета очередь журналистов. В зале заседания нардеп Вадим Новинский. Генпрокурор Юрий Луценко задерживается. Но затем сразу переходят к делу. По данным ГПУ, Янукович планировал взять под свой контроль Украинскую православную церковь. Чтобы это осуществить, от митрополита Владимира якобы изолировали его ближайшего соратника Александра Дробинка. Роль Новинського полягала у доведенні до кінця задуманого злочинного плану Януковича щодо усунення з посади митрополита Київського та всієї України Володимира. Все обвинения в причастности к изоляции Дробинка Вадим Новинский отрицает. По его словам, представление о снятии с него неприкосновенности основано лишь на словах двух заинтересованных лиц.
Уголовное дело, возбужденное против меня, я считаю политически мотивированным, полностью сфабрикованным и основан на лжесвидетельствах двух лжесвидетелей. Целью этого дела является политическое преследование партии «Оппозиционный блок», членом которой я являюсь. Что касается сути представленного сейчас генеральным прокурором представления. Это не что иное, как скомпилированный набор политических деклараций. В доказательство этих слов членам регламентного комитета показали целый видеоролик, где речь идет о причастности Дробинка к другому делу – похищению монахинь. Более того, в период, когда его якобы удерживали, Дробинка не единожды видели в лавре. Видел, как он бежал в лавру, бежал в сопровождении второй машины. Адвокат Вадима Новинского заявил, что Александр Дробинка может быть на крючке у ГПУ. Суть розмови ґрунтує виключно на показаннях Дробинка, як зацікавленої особи, і своїх припущень. Тут не відбувається не суд. Тут відбувається засідання регламентного комітету. І тільки в суді буде визнано, хто вже свідок. Дискусія в комітеті продовжалась почти 3 часа. Дробинко постійно спілкувався з Володимиром, вони проводили спільні заходи. І я не бачив жодного разу під час цих заходів якихось офіційних заяв Блаженнішого чи Дробинка, звернень до преси щодо незаконного утримання. Це виникає і викликає подив. Генпрокурор заявил, что есть письма, где митрополит Владимир сообщает о давлении на Дробинка. Перед принятием решения депутаты почти на час удалились на перерыв. В итоге регламентный комитет решил направить в Генпрокуратуру целый ряд дополнительных вопросов. Комитет принял решение очень специфичное. Они вимагають от Генпрокуратуры то, чего Генпрокуратура делать не имеет права. То есть они не хотят принимать решение по сути. Я доволен тем, какое решение было принято. Оно не отправит документ обратно в прокуратуру, как я просил, потому что все выданные против меня обвинения безосновательны и бездоказательны. Второе решение принял комитет отправить это в сессионный зал на голосование. А я уверен в том, что доказательств моей вины нет. Еще раз повторюсь, это дело сфабриковано и является... Его основная цель – это давление на оппозиционный блок. Окончательное решение регламентный комитет может принять на следующем заседании. Его дата будет зависеть от того, как быстро ГПУ ответит на вопросы депутатов. Андрей Кравец, Борис Шелин. Подробности телеканал Интер. Виктора Януковича могут допросить в режиме видеоконференции, но не по делу о давлении на церковь, а как свидетеля по обвинению 5 экс-беркутовцев в убийствах активистов Майдана. Ростовский областной суд согласился предоставить техническое обеспечение для этого допроса. Заседание может состояться уже 25 ноября в Святошинском райсуде столицы. Президент России Путин подписал распоряжение о выходе России из Римского статута Международного уголовного суда. В документе говорится, что инициатором выступило Министерство юстиции РФ. Копию этого уведомления уже направили секретарю ООН. Причины таких действий не комментируют, однако я напомню, что накануне Международный уголовный суд в Гааге приравнял аннексию Крыма к военному конфликту между Украиной и Россией. Отказ в ратификации Римского статута затрудняет привлечение Москвы в качестве ответчика. В украинском МИДе заявляют, что решение России все равно не позволит ей уйти от ответственности за агрессию против Украины. Намір Російської Федерації не ставати учасником Римського статуту Міжнародного кримінального суду, який вона підписала в 2000 році, свідчить перш за все про те, що існує страх у російської сторони юридичної відповідальності за вчинені злочини, а саме за збройну агресію, розв'язану Росією проти України. А по-друге, це також свідчить про те, що це чіткий політичний сигнал про відмову подальшому співпрацювати з Міжнародним кримінальним судом. ООН одобрила декларацию о нарушении прав человека в аннексированном Крыму. На заседании Генассамблеи приняли резолюцию о ситуации с правами человека в Автономной Республике Крым и Севастополе. Этот документ важен тем, что впервые на официальном уровне фактически признает Россию государством-оккупантом и открывает доступ сотрудникам ООН на территорию Крыма для мониторинга. Резолюция также подтверждает территориальную целостность Украины и осуждает временную оккупацию Крыма. Документ поддержали представители 73 стран, в том числе Соединенные Штаты Америки, Великобритания, Канада и государства ЕС. Против проголосовали 23 страны, среди которых Беларусь и Россия.
Принятие ООН резолюции по Крыму – это победа дипломатии. Об этом президент Украины заявил на встрече с послами стран G7. По его мнению, решение ООН доказывает, что соблюдение международного права и уважение территориальной целостности – это обязательные для всех пункты, в том числе и для России. Дуже важливо, що в цій резолюції були чітко відображені визнання Російської Федерації як окупаційної влади в Криму. Вперше на міжнародному рівні було про це чітко зазначено, так само, як і було зазначено те, що Крим, Севастополь чітко залишаються територією України і мають статус тимчасово окупованих. А накануне Петр Порошенко пообщался по телефону с Дональдом Трампом. Президент Украины отметил заинтересованность Киева в укреплении стратегического партнерства с Вашингтоном и подчеркнул важность поддержки США в противодействии российской агрессии и осуществлении реформ. Главы государств договорились о проведении двухсторонней встречи. Петр Порошенко пригласил Дональда Трампа в Украину. Кто возглавит Госдеп? Команда Трампа до сих пор пытается определиться, кого назначить главным дипломатом Соединенных Штатов. И сейчас круг сузился до двух основных кандидатов. Кто они и как относятся к Украине? Дмитрий Анопченко об этом из Вашингтона. Какой курс выберет Америка, во многом зависит не только от Трампа, но и от того, кто возглавит внешнюю политику страны. Человек, способный спорить, или хороший исполнитель, функционер, дипломат или политик, сторонник жесткого курса или персона компромиссная. Именно на этой должности отличных качеств так много зависит. И поэтому вся Америка уже который день следит, а кто же станет новым государственным секретарем. Газета «The Hill» получила инсайт в окружении Трампа. Мол, из пяти претендентов сейчас остались два. Бывший посол Соединенных Штатов при ООН Джон Болтон и экс-мэр Нью-Йорка Руди Джулиани, которого планировали назначить генпрокурором. И это выбор между мягким и жестким курсом. Джулиани, 72. Давний друг Трампа, выходец из семьи итальянских иммигрантов, юрист, прославившийся в свое время громкими процессами против мафии и больших корпораций. А еще один из самых эффективных мэров в истории Нью-Йорка, что признают и его друзья, и его враги. Хороший бизнесмен, уйдя с госслужбы, заработал больше 100 миллионов долларов. Человек настроения, чиновник, который на посту госсекретаря пользовался бы неограниченной свободой и безграничным доверием шефа. Но если Джулиани мастер компромиссов, то Болтон его полная противоположность. Ну, только представьте, традиционный кадровый дипломат. Человек, работавший со многими президентами, начиная от Рейгана и заканчивая обоими Бушами. В Белом доме всегда есть голуби и ястребы, сторонники максимально жесткого курса. И Болтон в администрации Буша-младшего считался тем самым влиятельным ястребом. Сторонник жесткой линии, как в отношении Кореи, так и Ирана и России. Именно Болтон в последние годы выступал за предоставление Украине вооружений, за вступление нашей страны в НАТО. Очень жестко критиковал Обаму за его неспособность защитить своих партнеров и за его мягкий курс по отношению к России. Настаивал на более жестких санкциях. The Hill сегодня пишет, что именно эта позиция Болтона в отношении Москвы и является одним из препятствий для его назначения. При этом СМИ сегодня пишут, что Болтон – человек системы, и возглавив Госдеп, четко придерживался бы приоритетов нового президента. И пока непонятно, что победит – опыт или давняя дружба. Более того, в команде Трампа кадровую колоду пока еще тусуют, и может появиться и новый, неожиданный кандидат. Понятно только одно – пообещав осушить кадровое болото в Вашингтоне, Трамп сделает все, чтобы новым государственным секретарем стал человек неординарный. Из Вашингтона Дмитрий Анопченко, Сергей Коваль, Американское бюро телеканала «Интер». Четвертый срок для Ангелы Меркель. Канцлер Германии будет баллотироваться на пост главы правительства и на следующих парламентских выборах, которые состоятся уже через год. Об этом проговорился один из ее близких соратников. Подтверждает ли его слова сама канцлер, узнаем от Татьяны Лагуновой. Этот вопрос Ангеле Меркель задавали десятки журналистов, но ответа так никто и не получил. Будет ли она бороться за четвертый канцлерский срок, Меркель обещала сообщить в начале следующего года. И вот, похоже, главная политическая интрига Германии разрешена. Да, будет, проговорился один из соратников канцлера.
Тайну Меркель раскрыл ее однопартиец. Председатель комитета Бундестага по вопросам внешней политики Норберт Рёдген в интервью американскому телеканалу CNN. Причем политика за язык никто не тянул и вопросы в лоб не задавал. Ведущая рассуждала о политическом влиянии канцлера Германии и в конце спича отметил, мол, пока вообще непонятно, поведет ли она христианских демократов на следующие выборы. Рёдген не сдержался. Она будет бороться за пост канцлера. Она хочет и готова вносить свой вклад в укрепление либерального мирового порядка. Ангела Меркель идет на четвертый срок. Сразу же подхватили новость все немецкие СМИ. Впрочем, сама канцлер слова соратника пока не подтверждает. Ее пресс-служба напускает туман. О своем решении Меркель объявит, когда посчитает нужным. А сейчас у нее другие заботы. Сегодня, например, в Берлин с прощальным визитом прибывает Барак Обама. Если с христианскими демократами все более-менее понятно и на выборы их, скорее всего, поведет Ангела Меркель, то социал-демократы с кандидатом в канцлеры пока не определились. На роль главного конкурента Меркель рассматривают две кандидатуры. Это вице-канцлер Зигмар Габриэль и глава Европарламента Мартин Шульц. Но эта политическая интрига рано или поздно тоже разрешится. Татьяна Лугунова, Геннадий Никеенко. Подробности немецкое бюро телеканала Интер. Кина не будет. EX.ua, украинский файлообменник, закрывают. Такое сообщение размещено на сайте ресурса. Его собственники утверждают, что работали в правовом поле и защищали авторские права. А законопроект о борьбе с пиратством, который сейчас отправлен на подпись президенту, по факту будет стимулировать усиление авторских прав украинского зрителя. Ограничат в выборе и в выгоде будут только иностранные компании, заявляют владельцы ресурса. Вы смотрите подробности, и вот что у нас во второй части. Копы под градусом. Очередное ДТП с участием полицейских. Ждет ли их наказание? Депутатская скорость. Кто лихачит при свете луны в столице? Гуманитарная ситуация во фронтовых городах зоны АТО остается очень сложной. Помощь сюда поступает со всей страны. Очередную волонтерскую акцию провели греки, проживающие в Украине. Из прифронтовой Мариинки материал Геннадия Вивденко. В центре творчества у фронтовой Мариинки звучит язык древней Эллады. Греческие предприниматели-волонтеры, живущие в Украине, привезли обогреватели и другую помощь. Директор центра подписывает акт приема. Главное, он нас обогреет, потому что мы получили обогреватели наконец-то. Мы получили бумагу, мы получили краски, мы получили канцелярские товары и даже печенье. Глава ассоциации греческих предпринимателей уже 20 лет живет в Украине. Его бизнес пострадал от оккупации, как и у сотен других бизнесменов. Я чувствую, что я надо сделать что-то для этой страны. И понимаете это? И стараюсь, сколько могу больше, и как могу разбудить патриотизм и другие украинские люди, которые этого патриотизма не хватает. Помощь греков получают и бойцы 72-й мехбригады, защищающие Авдеевку, обогреватели, мешки для оборонных сооружений. Замком брига вместе с бойцом несет подаренный дизель-генератор. Там в окопах труднее. Ситуация стабильная, скажем так, стабильно тяжелая, назовем ее так, как говорят медики. Действительно, есть каждый день обстрелы, противник что-то пытается выбить нас с наших позиций, но пока он еще этого, видать, не понимает, что это бесполезно. Вчера помощь получили и защитники Мариинки. Ситуация под городом напряженная. В большей степени страдает мирное население Мариинки. За последние дни насчитано порядка 6 разрушенных домов, нарушена инфраструктура местного сельхозпредприятия, убыток там насчитывается порядка 3,5 миллионов гривен. После обеда в городе начинают звучать разрывы снарядов из тяжелого вооружения. Завтра греки повезут помощь и в район Мариуполя. Геннадий Вивденко, Вадим Ривун, Анатолий Воробей. Подробности телеканал Интер из Донецкой области. Очередная резонансная погоня в Киеве. Спасаясь от правоохранителей, водитель Мерседеса Гелендваген спровоцировал 3 аварии, разбил полицейский Приус, а во время задержания пытался все порешать с помощью удостоверения народного депутата. Все подробности в материале.
На этих кадрах финал погони. Около полуночи Mercedes-Benz J-класса в центре столицы на бульваре Леси Украинки заблокировали патрульные машины. Эти кадры снял общественный активист Георгий. Он был первым, кто прибыл на место задержания. Лицо показывать не захотел. Водитель вел себя очень по-хамски. Он вышел, показал удостоверение народного депутата и сказал, что, ребят, все нормально, говорит, я все порешаю, мне ничего не будет. Патрульные как бы сказали, мы оформляемся, мы вас проверяем на алкотестере Драгер, после чего посыпались угрозы, оскорбления. Лихача активисты заметили около 10 вечера, рассказывает Георгий. Черный Геленваген несся по улице Борщаговской на скорости более 150 км в час. Несколько часов спустя полиция получила еще несколько жалоб. Водитель заезжал на тротуары и подрезал другие машины. Они его пытались остановить и заблокировать, он ударил еще раз. Патрульный приос и впоследствии ударил еще автомобиль «Хонда». Водителя «Хонды» с незначительными травмами доставили в больницу. У самого виновника не царапины. Хотя он торпедировал в общей сложности 3 авто. Его доставили в один из райотделов. Ни имени, ни фамилии нарушителя полиция не разглашает. Не комментируют также и то, был ли за рулем народный избранник. По документам «Геленваген» принадлежит 69-летней пенсионерке. Мы с него слали статью 130 за керування в стані сп'яніння. Статью 126 – це керування автомобілем особою, яка не має права керувати цим автомобілем або не надала документи для перевірки. Саме більше, що грозить водителю Мерседеса за правонарушення – штраф. Вместо ізъятих прав до судебного розбирательства йому видали временне. Наталія Савченко, Сергій Килимник, подробиці телеканал «Інтер». ДТП с участием пьяных полицейских на Буковине. На трассе Новоднестровск-Черновцы стражи порядка едва не убили 4 человек. Все подробности расскажет Ольга Пономарёк. Андрей Лукин вместе с женой и 4-летним сыном возвращались из больницы. Попросили знакомого подвезти из Черновцов в Новоднестровск. На трассе в их машину внезапно влетела иномарка. В нас въехал автомобиль. Причем это все произошло очень, ну, как бы быстро, резко, то есть он не петлял, он в последнюю минуту буквально вот вырулил. Последнее, что я увидел, это свет фар такой, очень близко, и произошла сильный удар. Выжили чудом, подтверждает водитель автомобиля. Удар был такой силы, что его авто отбросило на сотню метров. Но к перепуганным пассажирам так никто и не подошел. Виновники ДТП продолжали сидеть в салоне. Андрей открыл двери пассажира. Водитель сказав автомобіль, а водій каже закрити двері мені сказати. Коли ми подивилися ближче, він неадекватний, він п'яна людина. Позже стало известно, за рулем был сотрудник Хатинского райотдела полиции 26-летний капитан Дмитрий Ионуц. Он был одет в служебную форму и сильно пьян. В салоне авто валялась пустая бутылка из-под водки. А сам водитель едва стоял на ногах. На место аварии сразу же приехали знакомые Андрея Лукина. По их словам, полицейский хотел замять ЧП. Вони там почали хлопцям пропонувати, давайте ми вам щось дамо. Ми хочемо, щоб люди знали, що в той час, коли у нас йде війна, п'яні поліцейські собі дозволяють кататися, їздити. Оперативники, прибывшие на место аварии, после 2 часов выяснения всех обстоятельств, все же заставили водителя пройти алкотест. Тот показал превышение нормы – 1,2 промилля. В облуправлении полиции уже успели отчитаться. Сотрудников, опорочивших честь мундира, уволили. Ніхто не приховує, ніхто не захищає, а навпаки, в найкоротші терміни приймається рішення про проведення служб, призначення, проведення службового розслідування і прийняття найбільш жорстких заходів. Матеріали діла передали в обласну прокуратуру, але хто возмістить пострадавшому убитки, до сих пор не ясно. Їх розбите авто ремонту не підлежить. Ольга Пономарюк, Ігор Ріга, подробності, телеканал «Інтер», Чернівецька область. Подозрение в резонансном убийстве жителя Кривого озера Александра Цукермана объявили еще одному полицейскому. До этого он фигурировал в деле лишь как свидетель. Что раскопали следователи, узнаем от Кирилла Ющишина. Суд Центрального района Николаева. На скамье подсудимых Роман Богач, бывший инспектор Кривоозерского отделения полиции. Он был в составе наряда, выезжавшего успокаивать пьяного дебошира Александра Цукермана, который устроил ссору с женой. А бывшему копу избирают меру пресечения, хотя изначально в деле об убийстве он фигурировал как свидетель. Сегодня прокуратура требует отправить его под стражу. Во время следственного эксперимента выяснили, Богач тоже избивал Цукермана, а это превышение служебных полномочий. В плане тяжкости покарания, что загрожает подозрительному выборку, постановленный судом о банальном вырывке, и больше, чем риск того, что подозрительный Богач будет переходить.
Еще прокуроры опасаются, что жители Кривого озера устроят над Богачем самосуд. Линчевать полицейских они уже пытались сразу же после убийства. Люди едва не перевернули автозак с задержанными копами. А ночью пошли громить местное отделение полиции и даже пытались поджечь здание. Богач заявляет, ничего не боится, так как невиновен. Говорит, прибыл на место преступления, когда Александр Цукерман уже был в наручниках и лежал на земле. Я почув, що Цукерман хрипить. Такого хрипки. Через рафтовий біль хрип. Я підійшов до нього, попробував пульс. У нього був геть слабий пульс. Я відразу телефонував до чергового. Та допомога приїхала, констатувала його смерть. Выслушав доводы сторон, судья принимает решение. До суда Богач будет под домашним арестом. За рахованием пояснений слідчого про те, що Богач завжди з'являвся для проведення слідчих дій, судовий оцінок для обрання запобіжного заходу також з'явився добровільно. Вказано ризики є незначні. Две недели назад из-под стражи под залог вышли еще двое полицейских. В СИЗО сейчас остается только один главный подозреваемый – Денис Ляхвицкий. Именно он стрелял в избитого и скованного наручниками Александра Цукермана. Орудие убийства уже нашли, точнее его детали. Ляхвицкий разобрал пистолет и выбросил в реку. Сейчас эти ключевые улики на экспертизе. Дело об убийстве Цукермана прокуратура планирует передать в суд к концу декабря. Кирилл Ющишин, Игорь Попов, телеканал «Интер», Николаев. В Ивано-Франковске судят наркодельцов в погонах. Экс-руководитель одного из отделов нацполиции Александр Кочкин вместе со своим замом Александром Крутым вместо того, чтобы бороться с наркопреступностью, зарабатывали на этом деньги. Судебное заседание по делу Кочкина сегодня так и не состоялось. Обвиняемый заболел. Но, как сообщили в областной прокуратуре, он признал свою вину и согласился сотрудничать со следствием. Ждет ли его суровое наказание, правоохранители не комментируют. Известно, что его заместитель также пошел на сделку с правосудием и получил лишь один год лишения свободы. Напомню, ранее СБУ обвиняла Кочкина и его зама в продаже 3000 наркосодержащих таблеток. Как Facebook довел до отставки мэра американского города в Западной Вирджинии и как выглядит свадьба за 74 миллиона долларов? Давайте посмотрим. Мэр городка Клей Западной Вирджинии лишилась должности из-за сообщения в Фейсбуке. На самом деле Беверли Уоллинг просто похвалила другой пост. В нем одна жительница Клей написала, цитата, «Это так освежает видеть стильную, красивую, величественную первую леди в Белом доме. Я устала смотреть на обезьяну на каблуках». Скандал получился на всю Америку. Намек на Мишель Обаму уж очень прозрачный. Журналисты и политики сообщение назвали расистским. Уоллинг была вынуждена написать заявление об уходе. Сразу после прямого эфира в роддом уехала ведущая новостей BBC Виктория Фриц. Она, как обычно, вела рубрику «Бизнес-новостей». Внезапно начались схватки, но утренний эфир Виктория все же провела. Как только рассказала о бизнес-джетах, умчалась в больницу. Рядом с ней во время родов находилась другая ведущая, Салли Ньюджент. Муж Фриц, отец ребенка, на события не успел, застрял в пробках. Утром популярная ведущая порадовала своих поклонников новостью о рождении сына. Свадьбу за 74 миллиона долларов устроил для своей дочери индийский политик Гали Джанардхан Редди. Обычные приглашения на праздник и те были с позолотой. Для вечеринки с нуля построили дворец. Всего на свадьбе были 50 тысяч гостей. Их развлекали звезды Болливуда. Самому Редди за такую расточительность досталось от других политиков и пользователей соцсетей. В Астане рухнул один из павильонов выставочного центра прямо на глазах у строителей. Обрушилась декоративная мостовая конструкция, соединяющая два корпуса. Международный центр «Экспо-2017» должны были сдать в эксплуатацию в следующем году. Теперь с открытием придется повременить. Причины обвала выясняют следователи. Трейлер к фильму «Красавица и чудовище» установил рекорд в интернете. За первые сутки ролик посмотрели почти 130 миллионов пользователей. Это больше, чем хит прошлого года «50 оттенков серого». Фильм с Эммой Уотсон в главной роли выйдет на экраны в марте. Мировая премьера состоится в США. Легендарное платье Мэрилин Монро, в котором она поздравляла с днем рождения Джона Кеннеди, выставили на аукцион. Наряд уйдет с молотка уже завтра в Лос-Анджелесе. За него хотят выручить как минимум 2 миллиона долларов. Полупрозрачное платье со стразами Монро надевала во время выступления в Нью-Йорке, когда пела в Мэдисон-сквер-гарден на празднование 45-летия Кеннеди.
В Киеве у Дворца Украина произошла потасовка перед началом концерта Потапа и Насти. Кто с кем подрался и почему, мы узнаем у Егора Логинова. Он с нами на связи, он находится на месте события. Егор, здравствуй. Расскажи, что произошло, есть ли задержанные? Добрый вечер, Наталья. Сегодня в 20:00 в концертном зале «Украина» должен был состояться концерт Потапа и Насти Каменских. Перед началом мероприятия к концертному залу подтянулось около 50 членов националистической организации «Сокол». Они попытались прорваться в здание концертного зала и сорвать концерт. Полиция, которая защищала концертный зал, эту акцию, собственно говоря, прекратила. Полицейские задержали наиболее активных участников митинга, которые кидали яйцами в полицию. На данный момент точной информации о количестве задержанных нет. Концерт продолжается. Он начался с небольшим опозданием на 10-15 минут, но все нормально. Сейчас возле Украины все тихо. И в принципе, ничто не мешает людям слушать выступление Потапа и Насти Каменских. Наталья. Спасибо, Егор. Егор Логинов о потасовке, которая произошла сегодня у Дворца культуры Украины в столице. На сегодня это вся информация нашего выпуска. Я желаю вам побольше хороших новостей и прощаюсь до завтра.